Жители Первой набережной улицы, что в Расторгуевской части города, прислали к нам на почту видео с припиской, цитирую: «Вот уже вторую неделю из колонки между домами 11 и 13 хлещет вода». Они обращались в диспетчерскую водоканала, но им ответили, что на данный момент нет запасных частей для устранения поломки. Тогда жители связались с руководством организации, и чудесным образом поломка была устранена в считанные часы. «Спасибо за оперативность, — говорят жители, — но все же хочется, чтобы подобная реакция стала нормой, ведь никто не подсчитает уже, сколько воды утекло за это время, пока колонка была неисправна».